Приветствую вас, и поскольку общение перешло в нежелательную форму, то вам, поскольку как коллега вы все равно будете общаться с ним, вам остается только один путь, и этот путь заключается в проявлении безразличия, прошу прощения, к молодому человеку, и общение с ним только на профессиональные темы. То есть больше выхода никакого у вас нет. Общаемся с ним только на темы, касающихся деловых отношений, только на темы, касающихся рабочих вопросов. Во всем остальном, в том, что касается вашей личной жизни, полный, тотальный игнор и безразличие. Мужчина стремится вывести вас из себя, лишить вас равновесия, чтобы вы своей негативной или позитивной оценкой и реакции все-таки начали как-то к нему относиться, чтобы с вами сблизиться, даже если это будет негативная реакция. Соответственно, если отношения вы не хотите, то это не хотите вообще ничего, то нужно только безразличие. Безразличие поможет вам показать мужчине, что вас абсолютно не волнует его притязания, не волнует его желания относительно вас. Да, по сути, вас вообще он не волнует. И он, убедившись в этом, перестанет проявлять к вам какие-либо знаки внимания, просто потому, что никто не будет пытаться что-то предпринять в отношении человека, который никак не реагирует на эти шаги и проявления инициативы. И вот именно тогда, когда он поймет, что вам все равно, появится то самое уважение и вежливость. Естественно, со временем, естественно, не сразу, но если вы не можете с впечатлительным общением из-за работы, то это единственный вариант, который поможет вам это сделать. Поскольку его мотивы вам ясны, почему он так делает, то я думаю, вам не составит труда поступать именно так. Конечно, это потребует от вас некоторой выдержки, но первые два раза вам будет даваться сложно, но потом, после этих двух раз, вы уже будете на автомате отсеивать все необходимое и лишнее для вашего общения с ним, и сведете ваш диалог исключительно к обсуждению рабочих вопросов. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.